Дом 2 новости. Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта. Александра Артемова назвала себя самой красивой невестой в мире. Ей даже не верится, что свадьба ее мечты так быстро закончилась. После свадьбы у Артемовой теперь другая цель – родить ребенка. Саша не скрывает, что они уже занимаются этим вопросом. Мэри рассказала, что не верит в слезы Саймона, когда она уходила с проекта. Девушка считает, что он ее предал. Он говорил о том, что ей нужно покинуть проект, а после этого страдал из-за ее ухода. Как бы то ни было, Мэри не расстраивается. Все осталось в прошлом, теперь у нее новая жизнь вне проекта. Денис Ковалев задумался об уходе с проекта, парень написал: «Надоело есть халявную колбасу. Думаю, пора выходить в реальную жизнь, где за еду платят, людям верят, а с девушками спят не ради проекта. А еще можно слушать музыку, ходить в кино и говорить о политике». Ольга Бузова уже успела поскандалить на Первом канале в программе «Бабий бунт». Ведущие довели Бузову до слез. Оля разрыдалась на записи эфира. Интересная новость с сайта «Шлок». Иван Бардиков признался, что раньше мечтал жениться и иметь ребенка уже в 26 лет. Однако сейчас он почему-то передумал. Бардиков хочет погулять еще как минимум до 30, а уже потом думать о семье. Захар Соленко открыл собственный бизнес. Еще будучи на реалити-шоу, он мечтал завести свое дело, которое будет приносить ему стабильный доход. Поэтому обратил внимание на торговлю одеждой. Сейчас Захар только раскручивается, однако в будущем собирается открыть несколько шоу-румов. Важная новость на телепроекте. Алексей Михайловский снят с должности продюсера «Дома-2». Его понизили. Его жену Наталью Варвину пока оставили в команде. И теперь она с мужем практически на равных. Новый продюсер «Дома-2» – бывший муж Ольги Орловой Александр Карманов. Майя Донцова получила элитную квартиру от золотого магната. Трехкомнатные апартаменты в одном из лучших районов столицы девушка приняла от бизнесмена. Отчим звезды «Дома-2» позаботился о том, чтобы ей было где жить, когда она покинет телестройку. К своим 25 годам девушка сменила 4 места жительства. «Наконец, все эти три комнаты принадлежат только мне. У меня тут есть все – просторная кухня для кулинарных шедевров, личный спортзал с беговой дорожкой, широкая кровать, огромный гардероб и место для вечеринок», – радуется Донцова. «Хорошо, что живу подальше от мамы с бабушкой. Не хотелось бы, чтобы они превратились в назойливых соседок». По словам Майи, интерьером помогла заниматься мама. «Мне нравится минимализм, поэтому все выполнено в одной цветовой гамме. Вообще думала покрасить все стены белым, а пол выложить черной плиткой», – поясняет Майя. Но мама настояла, что стоит сделать более теплые цвета и украсить яркими вкраплениями в виде различных предметов декора. Поэтому можно заметить элементы ее любимого оранжевого цвета. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.